Вчера днем на автодороге Цивильск-Ульяновск возле деревни Асхва водитель Kia Spectra проигнорировал знак «Обгон запрещен». Во время маневра он задел обгоняемый автомобиль, после чего вылетел на встречную полосу и лоб в лоб встретился с «Жигуленком» 4-й модели. Виновник аварии получил ушибы и перелом ноги, а пассажиры «Жигулей» – женщина и годовалая девочка – черепно-мозговые травмы. Малышка доставлена в Федеральный центр травматологии, мать – в Канарскую городскую больницу. Водитель «Жигулей» – 60-летний мужчина, находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Еще меньше повезло водителю-дальнобойщику из Башкирии. Проезжая по трассе М7 в районе Харкасов, он попытался миновать пункт весового контроля. Однако не справился с управлением, перегруженную фуру занесло, он столкнулся с другим таким же автомобилем, в результате машины просто раздавили кабины друг друга. Виновник ДТП погиб на месте, второй водитель остался жив, выбрался через люк и дождался приезда скорой помощи, которая доставила его в больницу.